Ну да, наверное, санкции сейчас касаются больше не каких-то обычных людей, а кто приближен к власти, ну, в максимальной близости находится, либо кто участвовал, допустим, в политических событиях по воссоединению с Крымом. Поэтому, если это коснется меня, я никогда нигде не стесняюсь высказывать свое мнение. Если это меня коснется, ну, наверное, это просто каждый человек изначально, когда он заявляет о своей гражданской позиции или о государственной позиции, он понимает, на что он идет. Это просто, наверное, наше поколение должно принести определенную жертву, если уж санкции начинают работать. Ну, просто я не уверена, что они на 100% уже в рабочем ходу находятся, потому что я узнавала мнение там, у определенных депутатов, с которыми мы работаем, на которых тоже наложили санкции ЕС. Пока, то есть при въезде не было никаких проблем, возможно, даже и не будет. Просто если будет нарушен вот этот визовый режим, просто пришлют какую-то бумажку, опять-таки предупреждение. Поэтому лично пока это никого не коснулось. Тем более есть такие депутаты, у которых нет ни недвижимости за рубежом, ни что за рубежом, поэтому им вообще, честно говоря, индифферентно. Наложили на них санкции, не наложили. Некоторые даже радуются, потому что они понимают, что таким образом их отметили, они внесли определенный вклад в развитие России. Что-то еще хотелось.